14 февраля состоялась презентация краевой книги памяти «Памяти павших. Книга памяти Красноярского края», посвященная всем погибшим в Афганистане красноярцам. Эта книга будет после окончания мероприятия. Всем, кто родственники вчера не получил, вы подойдете, мы вам ее будем выдавать. Также к 25-летию вывода войск мы подготовили вот такую небольшую книгу, посвященную красноярцам-участникам войны в Афганистане, тем, кто вернулся с нее. В ней рассказывается об основных моментах самой истории войны и, самое главное, о тех, кто был там. Уважаемые ветераны, страницы этой истории, страницы истории войны в Афганистане оставлены незаполненными. На них должна быть размещена ваша история, ваши воспоминания о той войне. Объединив их все вместе, мы напишем историю войны глазами красноярцев. Также в книге размещены вот в таком формате списки ветеранов, которыми мы располагали, которые смогли собрать. Этот список далеко не полный. И мы просим присутствующих проверить наличие себя здесь, в этом издании. Если вас, кого-то здесь, мы, к сожалению, не учли, мы просим заполнить специальные карточки. Татьяна, подойдите, пожалуйста, ко мне. И мы обязательно дополним имеющиеся здесь сведения. Залит. Я думаю, мы сейчас поем вместе наши афганские песни, да? Да, просто пошли. Отбиваемся все. На войне, на войне, а нам труднее вдвойне, когда взойдет над солнцем и рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в зиме. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь.